Привет, друзья! Вы на канале Лепка Хоррор Шоу. Для тех, кто еще меня не знает, представлюсь. Меня зовут Олег, и я профессиональный хоррор-мейкер. Я люблю мастерить разных ужасных персонажей и рассказывать про них страшные истории. Кстати, вы видели клоуна Твисти? А бабулю Гренни? А объект SCP-173? Если нет, то сегодня перед сном обязательно посмотрите. И, конечно, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые страшные и ужасные лепка истории. Ну и что, начнем? Сегодня я буду лепить объект SCP-2006. Это очень интересный объект. Ну, во-первых, это объект класса Кетер. А объекты данного класса, как вы знаете, проявляют явную и активную враждебность по отношению к человеческой жизни и цивилизации и способны вызвать значительное разрушение в случае нарушения условий содержания. Такие объекты должны быть каталогизированы, содержаться в соответствии с особыми условиями сдерживания и, если это возможно, уничтожаться. Объект 2006, или как его называют, слишком страшный. Это аномальная сферическая сущность, примерно 50 сантиметров в диаметре, в исходном состоянии. Он может свободно менять форму, объем, массу, плотность, химический состав и голос. Это позволяет ему принимать формы различных существ и злодеев из фильмов ужасов и научно-фантастических фильмов, виденных им ранее. И все эти перевоплощения нужны ему для того, чтобы вызвать чувство страха и ужаса как у можно большего количества людей. Сам 2006 утверждает, что его главная задача – напугать каждого, с кем он контактирует. Пределов способностей объекта к самоизменению не существует. Во всяком случае, на сегодняшний день они неизвестны. Вообще, вы можете себе такое представить? Так что, если вы вдруг увидите ТОТ из фильма «Китайская стена» или клоуна Твисти... Мэм! Неправильный номер! Или Кайдзю из фильма «Тихоокеанский рубеж». То имейте в виду, что это может быть SCP-2006, принявший облик кого-то из них. Но есть что-то, что не может нас не радовать. Как только объект 2006 достигает своей цели, то есть пугает кого-то, он, как это ни покажется странным, проявляет любезность и дружелюбие. Причины такого поведения на данный момент неизвестны. Лично я думаю, что 2006, подпитавшись эмоциями страха и ужаса, которые он вызвал у человека, благодарит его за то, что тот дал ему такую возможность. Ну да, вот такой вот няшка, можно сказать. И за что только ему присвоили класс Кетер? Не понимаю, вполне нормальный такой себе пацанчик. Ну да, ну напугал, но он же потом типа извинился. Чё тут обижаться? Все мы, как говорится, не без греха. Ну ладно, продолжай лепить это милое, можно сказать, существо. Ну, а ты пока не морозься, подписывайся скорее, чтобы не пропустить следующие лепкие истории. Кстати, можешь написать, каких персонажей ты хотел бы увидеть. Как вы, наверное, знаете, SCP-2006 чаще всего принимает форму робовека из фильма «Робот-монстр» 1953 года. Именно этот образ я сейчас и леплю. Так, ничего ли я не упустил? Ага, вот еще интересный факт. Несмотря на то, что SCP-2006 неоднократно утверждал, что его цель вызвать как можно больше страха, но не очень хорошо разбирается в том, что именно вызывает у людей страх.
Он постоянно ищет новые способы достигнуть своей цели. Интересно, как он это делает? Книги, что ли, читает по человеческой психологии? Вряд ли, хотя почему бы и нет? Фильмы-то ему показывают. Да, работники фонда иногда показывают низкопробные хорроры. Ну, чтобы тот принимал не очень страшные образы. А затем при помощи хорошей актерской игры сотрудников поддерживает иллюзию, что монстры из этих фильмов и вправду могут пугать людей. Способности по оценке выражаемых людьми эмоций у 2006 развиты посредственно. Объект не улавливает тонких различий в эмоциях, как это улавливаем мы, так сказать, люди. Поэтому хорошие актеры могут легко ввести объект в заблуждение. Для работы с SCP-2006 обязательно прохождение курса актерского мастерства с уклоном в изображение страха и удивления. Ну что, друзья, я завершаю лепить слишком страшного. Хотя в образе робовека он даже ребенка не напугает. То ли дело 3199. Я когда его слепил, сам испугался. Кстати, совсем скоро выйдет ролик про объект 3199. Так что не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые лепко-истории. Также пишите в комментариях, кого из страшных персонажей вы хотите увидеть на моем канале. А на сегодня все. С вами был Horror Maker. До встречи. Пока-пока.